На своих полотнах художник отобразил пейзажи родного края и быт казаков. Самая главная картина автора – переселение черноморских казаков на Кубань. Над ней мастер работал почти четверть века. Вениамин Кондратьев отметил, что художнику удалось передать всю стойкость духа казаков. Вы передали твердость шага. Твердость шага – это уверенность в том, что они идут верным путем. Никто нигде и никак не прогибается и не пытается где-то как-то сидеться на какой-нибудь там торбе, понимаете? А все идут, идут нога в ногу. Это чем мы говорим, сегодня нам не хватает, чтобы мы все вместе шли нога в ногу. Тогда мы любые трудности просто пройдем. Над своей коллекцией о кубанских казаках Геннадий Квашура работал всю жизнь. Увидеть полотно художника можно в Краснодарском музее имени Коваленко до 17 октября.